Нефтяники Нягани добыли юбилейную тонну нефти. 130 миллионов дал нефтепромысел Юг-Таллинка. За очередным достижением предприятия РЭН «Нягань-Нефтегаз» стоит ежедневный труд людей, которые знают, как дается каждая тонна черного золота. Сюжет нашего корреспондента. Почетные вахты приступить к отбору пробы 130 миллионов тонны нефти. Отобрать пробу юбилейной тонны поручено лучшим из лучших. В почетной вахте потомственные добытчики черного золота. Нефтяники, для которых месторождение Юг-Таллинка стало вторым домом. Очередное достижение 130 миллионов тонн – это труд нескольких поколений. Радость за нас, за всех, потому что в этот вклад очень много вложили людей и поколение наше. Вот. И мы очень сильно рады, что это выпало именно нам отобрать. И чувствуем большую гордость. Нефтяникам Нягани есть чем гордиться. В РН «Нягань-Нефтегазе» добычу юбилейной тонны нефти отмечают каждую пятилетку. Хороших результатов на таллинском месторождении удается добиться благодаря реализации программы геолого-технических мероприятий, сокращению бездействующего фонда скважин, а главное – возобновлению с 2017 года эксплуатационного бурения. У нас нефть легкая. Вот ее когда смотришь, когда солнечная погода на свет, она же зеленоватым отдает. Хорошее качество марки бренд. Подготавливается легко. То есть, мы вообще довольны своей нефтью. Промышленная эксплуатация таллинского лицензионного участка началась 38 лет назад. За это время здесь выросло современное технологичное месторождение. Добыча 130 миллионов тонн нефти – это только начало, уверены нягонские нефтяники. Ведь красноленинский свод месторождений обладает уникальными остаточными запасами. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Югория, Октябрьский район.